bonded, alright. Zero to 100. I wanna dash, I wanna dash, I wanna run it, run it, dash. I wanna dash, I wanna run it, run it, dash. I wanna dash, I wanna run it, run it, dash. I wanna run it, run it, dash. I wanna dash. Всем привет, с вами Джеладенс Фэмили, и сегодня я записываю разбор на хореографию Dash от группы NMIX. Мы с вами выучим сразу две части, поэтому давайте начинать. Начинаем мы с небольшого затакта. Правая рука у нас ложится на левую, и мы с вами делаем кач снизу в правую сторону, снизу влево. И через небольшой импульс. Счет, счет. После чего правая рука и левая у нас формируют пистолетики, и правая уходит в крест над левой. Да, руки у нас в пистолетиках. После чего мы их уводим от локтей к груди. И у нас получается 7, 8, 1, 2, 3 и 4. Да, заметьте, что на 3 у меня прям импульсно, и я начинаю медленно вести, и на 4 у меня счет на приход. Супер. По ногам у нас идет шажочек на правую, на левую, после чего правая отставляется назад, и левая подставляется носочки. И мы с вами добавляем бедра. В первый раз у нас они также идут вниз, поднимается правое бедро, снова вниз на левую ногу шаг, поднимается левое бедро, на правую делаем степ, и левую просто подвели к себе. Итого ноги у нас получается 1, 2, 3, 4. Вместе с руками 7, 8, 1, 2, 3 и 4. Да, и заметили, у меня на четвертый счет небольшая такая пауза. И начинается на припев. Что у нас с вами делают руки? Руки у нас делают на айвона, на вона. Они у нас сгибают пальчики к себе. После чего они выходят через низ и делают удар от локтей, а руки где-то находятся на уровне тазовых косточек. Снова руки вводятся к груди. Отсюда мы снова их сгинаем к себе. И снова через низ у нас идет удар локтями назад. То есть еще раз с этого положения мы делаем I wanna dash, I wanna dash. Супер. По ногам. У нас с вами положение стояло вот такое. Наша задача немножечко довернуться к центру, ударить левой пяткой вперед, и у нас будет такое движение счет. Да, то есть нам прям нужно с вами ударить. И во время этого же шага у нас корпус начинает уходить немножечко назад, чтобы вперед сильнее вышли бедра, у нас получится счет. Затем идет смена, и мы меняем ноги, делаем то же самое с помощью правого носка. Сильно далеко от себя ноги не уводить, они наоборот намного ближе друг к другу находятся. Но наша задача сильнее кинуть корпус назад, и также у меня сгинается угол по плечам. То есть на момент удара левой пятки я делаю уход правого плеча вниз, и на момент второй я делаю уход левого плеча вниз. Напоминаю, что мы с вами были здесь. Давайте попробуем садить. I wanna dash, I wanna dash. Супер. И момент, когда у нас с вами руки поднеслись наверх, и мы с вами согнули пальчики, нам нужно еще делать удар грудной клеткой вперед. И получится небольшой импульс, после чего мы переходим сюда. Следующее движение. После удара нам с вами сразу же нужно будет прыгнуть на правую ногу, а левая у нас пойдет согнутая в бок. После чего мы хорошо стоим на правой ноге. Левая нога у нас меняется вперед и заносится на максимальный уровень, я аж упала наверх. То есть у нас с вами отсюда уход. 1, 2, 3. Да, помогайте себе с помощью бедер, так будет намного легче. Руки у нас в это время стояли вот здесь. Мы их доворачиваем ладонями к низу и делаем подъем. 1, 2, 3. И на максимальный уровень поднимаем. Да, ручки опущены к внизу. Ну, можно немножечко увести к зрителю, чисто для визуального эффекта. Ну, в общем, они ведутся перед собой. И если это соединять, у нас получится счет, счет, счет. После чего у нас сразу идет следующее движение. Левая нога у нас ставится вниз. Мы с вами оказываемся в диагонали. И бьем с помощью пяток наверх и вниз. Цу-дзу. Да, с помощью коленей. Отлично. Руки у нас находились вот здесь. На счет И. Нам с вами нужно быстро очень их убрать в крест. Кулаки у нас сжимаются. После чего сделать удар. Сначала не до конца, доводя локти. Еще раз довести до креста. И встать в такое положение. Счет.
А левая рука у меня с этого положения после креста доставляется до ровного положения, а правая после креста у меня уходит на макушку. Да, если соединять это вместе с руками, то у нас и с ногами у нас получится счет и раз, и два. Да, и на момент, когда у нас идет вот этот удар, и пятками приходим, прям хорошенько нужно будет сделать. Еще раз, счет, 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 и раз, и два. Супер. Отсюда, что у нас делает рука и вторая рука, логично. Правой ладонью нам наша задача скинуть голову в направлении переда и немножечко диагонали. И голова у нас начнет делать волну по корпусу. Да, к волне мы еще вернемся, но наша задача, соответственно, кинуть голову в левый угол и начинать медленно двигать плечами и корпусом вперед в ту диагональ. В это же время левая рука у нас на секундочку была на месте, начинает сгинаться локоть вниз, и наша основная задача довернуть ее до прямого положения, и отсюда, начиная от мизинца, медленно-медленно начинать распускать пальцы. Да, вплоть до большого пальца. И после чего рука у нас идет перед собой. Извиняюсь, вот так. Угу. Еще раз были здесь. Счет, 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 счет. Эй. Да. Были в этом положении. Голова начинается сгиб. Распускаем пальцы и возвращаем сюда. Супер. В это же время, что у нас было с ногами? Мы с вами доделали акцент. И на этом движении у нас сгинается правое колено, чтобы сильнее довернуться до этой диагонали. Я еще немного разворачиваю левую ногу для удобства, но наша задача, чтобы корпус вышел перед ногами. Здесь мы с вами раскрыли уже ручки. И отсюда, как только мы будем ставить ногу, у нас будут следующие шаги. Мы ставим с вами левую ногу и делаем шаг на правую. Вместе с этим сверху идет наступление на бедра. Да, рука у нас находилась здесь, и во время этого же движения правая наложится на левую и делает счет, счет, вперед. И у нас вместе с ногами соединяем счет, счет. Да, еще раз, соответственно, были здесь, скинули голову, раскрыли пальцы и счет, счет. Супер, соединяем еще раз начало. 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3 и 4. I wanna dash, I wanna dash. И раз, 2, 3 и счет, и счет. И раскрытие, и счет, счет. Да, чтобы было удобнее после вот этого движения перейти на шаги, вам нужно будет перенести вес на правую ногу и отсюда уже сделать степ на левую. Супер, следующее движение. По рукам у нас идут такие движения. Мы закончили здесь. Правая рука у нас выходит в раскрытом запястье, а перед собой мы ее резко закрываем от локтя в стороны. И начинаем медленно закрывать снова от пальчиков, от мизинчика, начиная кулак. И вместе с этим у нас получится небольшое продвижение вперед. Да. После чего левая рука у нас выбивается от плеча вперед. Счет. Угу. По ногам мы делаем уход на левую ногу. Правая постепенно скользит. И то же самое на правую. Левая постепенно скользит. Если это делать вместе, то у нас получится счет, закрыть, счет. Да, и в этом движении нога левая у нас уже до конца не доводится, потому что идет следующая связка. Левая нога у нас делает счет, то есть небольшой толчок, после чего мы приземляемся вниз по уровню, поднимаемся наверх на пяточках, носочки у нас поднимаются наверх и снова падаем вниз. А медленно это сложно объяснить, но в любом случае у вас тач, вниз и вверх. И снова вниз. Супер. Вместе с этим руки, они у нас были здесь, они начинают делать следующее движение. Мы с вами как будто крутим скакалку, и вместе с этим у нас идут, поднимаются плечи вперед, вперед. Да. И если делать это вместе, были здесь, и отсюда тач, вниз и вниз. Угу. 4 счета. Отсюда, как только мы с вами прошли, у нас идет выпрыг. И мы приземляемся на правую ногу. Вместе с этим акцентом ручки у нас были здесь после акцента. А мы с вами направляем голову в левую сторону. И на момент приземления голова оказывается в центре. Руки все это время висят, но контролируйте, чтобы они не болтались. Да. Следующее движение. Здесь уже начнется усложнение. Вот. Нам с вами нужно будет ударить левой пяткой в сторону туду. После чего у нас начнется перемещение правой ноги. Здесь у нас будет
пятка, обратно, пятка, степ. Угу. Еще раз. И левая, правая, правая, степ. Да, и на момент степа мы прям с вами заносим не в центр, а прям назад, чтобы было легче сделать следующее движение. И во время движения правой ноги мы с вами немножечко переносим бедра в те же стороны, в которые нам нужно. Теперь что у нас происходит с руками? Мы с вами закончили на том, что они были внизу. Далее у нас идет удар от локтей наверх и фиксация внизу. И следующее движение у нас начинается, самая сложная связка в вашей жизни. Ладно, шучу. Наша самая задача — ударить правой рукой к левой, немножечко ее отвести, снова ударить правой, но теперь мы с вами показываем пистолетиком в левую сторону. Пистолетик у нас возвращается на щечку, правая рука отошла вниз, и она у нас будет водиться вниз. То есть, по сути, правая рука у нас делает удар, и вниз. Угу. А левая у нас делает положение. Не меняет, после чего лево к щечке и также ожидает. Угу. Давайте еще раз. Момент были внизу. Удар, вернули, удар, вернули, удар, вернули вниз. К сожалению, это будет очень быстро, поэтому давайте попробуем соединить ногами. Мы с вами делали и счет. Отсюда удар и отсюда раз. И два, и три. Угу. И на этом моменте у нас, соответственно, готов скос ноги. Для чего он нам дан? Для того, чтобы мы с вами сделали поворот на пятки и оказались в этой стороне. Да, то есть правая нога у нас просто поворачивается на пятки, левая, соответственно, скользит в эту же сторону. То же самое другой ногой. Я ставлю ее наискосок и на пятки прокручиваюсь в эту сторону. Угу. Еще раз. Пятка. Махнулись, шаг, махнулись. Супер. И на это же движение мы с вами вывели вот в этом положении, когда подготовились. Правая рука у нас уходит назад через локоть. Мы с вами снова меняем положение, у меня левая опущена вниз. И на момент второй ноги, после того, как мы переносим вес, нам нужно с вами поменять ручку с этого положения на это. И при этом плечо у нас будет опускаться правое теперь вниз. И правая ручка после ухода в сторону ложится на талию. И в этой стороне во время шага мы с вами сменяем руку. Угу. Еще раз с момента туду. Отсюда и счет. И постепенно раз, и два, и три, и четыре, и. Да. И последнее, что нам осталось сделать в первой связке. На моменте, когда мы с вами довернулись, нужно будет очень резко прыгнуть на правую ногу и вывести левую ногу наверх за себя. После чего мы делаем шорк, и у нас будет переход. Да, то есть еще раз, нога у нас стояла здесь, мы с вами сразу делаем и небольшое как бы снизу поднятие и переходим на следующий кусок. Руки у нас в этом положении меняются, они все еще находились здесь и в нем же остались. Угу. Еще раз сами садим с самого начала под медленный счет. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три и четыре. Вона дэш, ай вона дэш. И счет, 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 и раз, и два, и раскрыли, и раз, два, дэш, I wanna dash, I wanna, wanna, wanna dash, и счет, и счет, и ца, и ца, и ца, счет, и счет, и счет, переход. Да. Если что-то было непонятно, перемотайте еще раз и повторите заново. Мы с вами переходим к изучению второго куска. После того, как мы перешли, начинается партия лили. Наша самая задача — сделать степ правую в сторону. В это же время у нас идут на позицию руки. Мы их раскрываем в сторону, после чего от локтей, то есть начинают запястье, но локти заканчивают, мы с вами вводим их в крест и выводим в стороны. После чего наша задача — закрыть их снова в крест и вывести вниз. И кинуть в сторону. И развести обратно. Еще раз. Сторона наверх. Вывести. Крест опустить. Крест наверху и раскрыть через низ. Супер. В это же время мы с вами ставим ногу. На месте с крестом мы с вами заворачиваем ноги в сторону и раскрываем также в сторону. Угу. Вместе с руками. Счет.
Эй, счет. И на моменте, когда мы с вами закрываемся, нужно будет перенести вес на левую ногу, в этой же стороне сесть. И на моменте скидывания правая нога у нас скинается в колени. То есть еще раз. Поставили, закрыли, перенесли вес на правое бедро, отсюда перенесли на левое, ушли вниз, подняли ногу, поставили обратно. Далее идет повторение, только теперь без отставления ноги. Мы снова повторяем первую связку движений до следующего момента. Вот здесь мы с вами остались. Далее руки у нас снова сбрасываются вниз через крест. И наша с вами задача сначала коснуться правой руки и затем левой. Но на момент, когда мы касаемся левой руки, она у нас проходит вдоль корпуса на грудную клетку. В это же время, что у нас происходило по ногам, нам с вами нужно набежать на левую ногу, сделать на нее сброс, и далее мы шагаем на правую и на левую, и здесь заканчиваем. Угу. Мы оказались в диагонали. Далее, правой рукой мы с вами закрываем корпус, и у нас идет небольшой акцентик. Угу. Еще раз, момент второй части. 7, 8, раз, 2, 3, и 4, и счет, и счет, и закрыть, и счет. Угу. С этого момента наша с вами задача будет шагнуть на левую ногу и правую подставить. Но это будет происходить немножечко с ухода вниз. Мы с вами делаем вниз, наверх. В это же время мы с вами ударим правой рукой, она же у нас делает замах перед собой, формирует кулачок. И начиная с этого движения, на каждый шаг у нас будет грудная клетка делать поворот справа налево, справа налево. После удара мы делаем справа налево, справа налево. Супер. И остались знакомые нам уже движения. Мы с вами снова делаем степ на правую ногу, левую подставляем. А ручки у нас формируют уже знакомый крест с пистолетиками и закрываются у груди. И далее у нас идет удар, теперь без ухода грудной клетки и без момента к себе. Просто мы с вами руки отсюда ставим к себе, и снова идет удар, и руки возвращаются на центр. Здесь идет ускорение по ритму, поэтому буквально будет раз и два. И. Угу. А на момент, соответственно, после того, как мы с вами сделали еще раз, раз, два, счет и дэш, и дэш, и. Да, нам осталась буквально маленькая партия, это партия сульюн, это уже сольная часть, но я ее вставлю, чтобы было красивое, был красивый конец. Угу. После того, как мы с вами находились здесь, наша задача сделать та-та-та-та. То есть подозвать к себе, правая рука поднимается у нас вниз, ой, вверх. После чего мы принимаем самый нижний уровень. Сульюн сама иногда прям уходит вниз, иногда остается на среднем уровне. Ну, прям это идет со спрыга. То есть любое положение мы с вами низкое приняли. Левая рука у нас находится около плеча. Мы с вами начинаем медленно подниматься, уводя плечо в сторону, делая смах руки. Подставляем правую ногу, и у нас идет подставление левой, изгиб ее же в сторону. Да. То есть еще раз. Раз, два, три, счет и. Угу. Просто правая и левая сгинаются в колени. При этом руки у нас находились здесь, после того, как мы сделали сброс. У нас с вами идет построение буквы М. Как раз таки на фразу NMIX у нас заканчивается кусочек. Нам с вами нужно будет вывести левую руку перед собой в таком положении, и правая накрывает ее сверху. И у нас получается буква N. Это как раз таки у нас идет на шаг на правую ногу. И на момент, когда у нас сгинается левая, мы просто подвигаем эту конструкцию к себе. Это будет крайнее движение. Счет и NMIX. Угу. Еще раз соединяем весь подсчет со второго куска с момента партии Лили. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, и счет, эй, сброс, и счет, и сброс, и затяг, удар, счет, счет, крест раскрыть, дэш, и дэш, и сольник пошел, сброс. И смах, and mix. Угу. Теперь соединим под мой счет с самого начала всю связку. 5, 6, 7, 8. Раз, два,
три и четыре. Wanna dash, I wanna dash. И раз, два, три, и раз, и два. Счет раскрыть. И счет, счет, dash. I wanna dash. И счет, и счет. И раз, и два. И счет, и счет, и счет. Раз, и два. И счет, переход. И раз, и два. Три, и четыре, и пять, и шесть, семь, и восемь, и раз, и два, три, и дэш, и дэш, и ждем, счет, 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 сброс, и, эй, эн, микс. А счет получился немного странный, это нормально, потому что услышите трек и поймете, что он у них идет немножечко не под основной ритм. Если что-то было непонятно, перемотайте еще раз, замедлите скорость, поставьте на повтор и повторите с самого начала, потому что танец не самый легкий, который есть у NMIX или, в принципе, в K-pop. Поэтому мы с вами переходим к скоростям 50, 70, 85 и 100. I wanna dash, I wanna run it, run it, dash. I wanna dash, I wanna run it, run it, dash. I wanna dash, I wanna run it, run it, dash. I wanna run it, run it, dash. I wanna dash, I wanna run it, run it, dash.